Сегодня ночью снился сон. Существа, похожие на анунаков. База подземная. Кишащая этими тварями. Матрица с миллионами этих существ. Клоны, кишащие с этими существами. Подземная база на нашей планете. Людей едят, пожирают живьем, превращают в куколок, высасывают мозг, и тут одно из существ тянется к тебе. Но ты бежишь. И убегаешь. А потом еще одно существо. То, что возненавидело всех остальных. Тебе скажет: я их уничтожу, не беспокойся, Макс. Идет ихнее логово и уничтожает детонацией всю эту подземную базу. На месте базы появляется глубокая яма с вонью, и все это произошло на территории каньона, и это существо убивает их всех. Уничтожает базу людей, тех, что схватили, уже не спасти. Их уже нет в живых. Об этом никто не знает, только ты знаешь. База уничтожена. Уничтожены эти твари, матрица погибла, и жизнь снова течет.